Шалом, друзья, я Исраэль Парибский, раввин, блогер, семейный консультант. Сегодня я научу вас ругаться. Казалось бы, семейный консультант должен научить мириться, но нет. Первое, что хочу сказать, конфликты необходимы. Нельзя жить без конфликтов. Википедия говорит, что конфликт – это когда две стороны занимают противоположные позиции. Может ли случиться такое, что вы всегда в жизни будете занимать ту же позицию, что и остальные? Если у вас есть личность, если вы существуете, то у вас должна быть своя позиция хотя бы в чем-то. И тогда конфликтов не избежать. К чему приводит избегание конфликта в отношениях? Это приводит к разрушению отношений, как ни странно. Почему? Дело в том, что тема конфликта выгораживается из ваших отношений. Пример. Я болею за «Зенит», моя супруга болеет за «Спартак». Мы можем решить на эту тему не ссориться, просто не разговаривать о спорте. Но если я болельщик и она болельщица, то для нас обоих эта тема важна. И чем сильнее конфликт, чем глубже конфликт, тем глубже и важнее для вас эта тема. Поэтому чем конфликт сильнее, тем он важнее и тем важнее его конфликтовать. И следующий тезис. Конфликтам нужно учиться. Я буду приводить сегодня пример единоборства, потому что единоборство – это всего лишь одна из разновидностей конфликтов. Тоже два человека, каждый занимает свою позицию и хочет победить соперника. Итак, как учиться конфликтам? Первое, конфликтам невозможно научиться из ролика в Ютубе, пятиминутного. Даже если вы прослушаете длинную лекцию, как правильно конфликтовать, вы конфликтовать не научитесь. Так же, как лекция по единоборствам не поможет вам стать мастерами единоборств. Нужны спарринги, нужно стоять, получать удары, и только таким образом вы тренируетесь. То же самое в конфликтах. Я дам вам какие-то общие правила, но вы должны будете их непосредственно практиковать и совершенствоваться. Только так, через неудачи. Хорошо, что делать? Первое, нужно понять цель. У конфликта должна быть цель. Если нет цели, то нет и шанса на успех. Тем более, конфликт – это война. В любой войне цель – это мир. Если война ради войны, ну это самое нерациональное, что может быть. Конфликт ради того, чтобы просто поругаться – это очень затратное и разрушительное мероприятие. Поэтому всегда нужно понять, для чего оно вам нужно. Если вы просто тратите силы, вы просто обижаете и так далее, ну, это вам точно ни к чему. Поэтому всегда цель конфликта – это компромисс. Хорошо, поставили цель, что делать? Первое, выберите правильно время и ситуацию. Если вы хотите победить, говорит кодекс самурая, не круто победить в 100 битвах. Круто победить, еще даже не сражаясь. Возьмем нашего мастера единоборств. Он выучил все удары. Но если он вышел с голыми руками против группы вооруженных людей, вряд ли у него что-нибудь получится. С другой стороны, если вы правильно подобрали время и ситуацию, да, например, ваш соперник спит, и не подозревая, что вы будете его бить, то даже если ваши удары не на 100% отточены, вероятно, вы победите. То же самое в конфликте с вашим супругом. Если вы на взводе, если ваш супруг на взводе, если вы себя не контролируете, могу вам гарантировать, что из вашего конфликта ничего продуктивного не получится. Вы просто поругаетесь. Соответственно, нужно выбрать ресурсное состояние. То состояние, в котором вы имеете достаточно ресурсов, чтобы решить ту проблему, которую вы перед собой поставили. Хорошо. Начинаем конфликтовать. Выбрали ситуацию, успокоились, собрались. Все, вперед. Что делать? Первое. Никогда не говорите и не делайте чего-то того, что после конфликта будет портить ваши отношения. Никогда не обижайте, никогда не оскорбляйте. Никогда не переходите на личности. Это первая часть нашей серии про конфликты. В втором уроке будет больше правил. Обязательно его посмотрите. Шалом.